Въезжаем в Гютербург. Со стороны Фортшина, Клоштершина. 16 октября 2021 года. С правой стороны автохаусы. Вот, собственно, въезд в город. Мы пойдем направо сразу по Фуксберге. Заправочная станция, это отель. Направо, прямо в центр города. Справа был стадион «Локомотив». Сейчас тут коттеджный поселок, или просто поселок, жилые дома, вот здесь, справа, по Фуксберге. Направо можно проехать Нойхайм, расположение автомобильного батальона «Гютербург-2». Мы проехали перекресток Фуксберге улицы. Вот водонапорная башня. Здесь строится сейчас магазин «Нетто». Месте магазина напитков, который снесен. Здание казармы и ДОСа с правой стороны. Вот это военный городок по Фуксбергу. С левой стороны была животноводческая ферма. Сейчас жилые дома. С правой стороны территория расположения военного городка. Ничего тут не сохранилось, кроме как возле моста ЖД один ДОС. С левой стороны будет здание школы номер 71. А направо будет мост через ЖД. Школа, вот она. Мост. Мы не успеваем смотреть направление на что. С левой стороны здание штаба дивизии. Вот оно. И там начинается уже строительство. Вот строится жилой дом. Направо к вокзалу ЖД. Направо на выход из города, налево в центр. Это к вокзалу направо, прямо на выход из города, в сторону госпиталя, Нойслагерь, Алтеслагерь, русский вокзал, вот он, здание русского вокзала. Уходим мы под мост ЖД, вот там. Прямо Гютербург 2, а мы налево. На выход из города. Мы проехали по Фуксберге, Гютербург. И вот выход из города.
не будем выключаться, проедем мы еще до Аутошлагера, если получится. С левой стороны велосипедная дорожка. Ну никак, с левой стороны госпиталь не получается. Все переломалось. Прямо троебрицы. За перекрестком сразу будет слева уже Нойшлагерь. На правую Ютербок 2. Вот забор это и есть расположение войсковых подразделений на территории Нойшлагерь. Здесь как раз с левой стороны расположение школы военных поваров. Потом дальше уже казармы 27-й ракетной бригады. Направо через дорогу был склад ракетного топлива. Вот здесь строители, войсковая часть строителей КПП был. И вот прямо уже Алтышлагерь. С левой стороны, кто помнит, было кукурузное поле, оно уже убрано, солнце появилось. С правой стороны заправочная станция. Сейчас посмотрим, сколько стоит бензин. А бензин сегодня стоит ойра 74, ойра 75. Примерно это 200 рублей. Там плюс-минус. Солнце опять ушло. Осень. Водонапорную башню справа проехали. Едем по главной улице Алтышлагерь, Трейбриджен-штрассе. Здесь справа мы проехали поворот или съезд в сторону расположения артполка. Там же жилая зона. Шестой городок слева, справа седьмой. Кафе «Мороженое Мишка» уже не работает до октября. Он работал. Это заведение, он, да. Мишка же, Мишка. Направо Фридрих-Энгельштрассе была улица, мы ее уже проехали. И поворачиваем налево, прямо на Трейбриджен. КПП войсковой части 47-280, вот делают люди ворота. Мы же повернули налево через ЖД переезд и в сторону аэродрома. Вот ЖД переезд. КПП артбригады других частей, вот она справа. Мотоцикл. И прямо на аэродром. С правой стороны КПП войсковой части 42-030. Будем проезжать. Слева кафе было офицерское. Вот оно.
А, кафе слева, это КПП было. Прямо на аэродром. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч.